А где же мистер Морган? Боюсь, что у него личные дела. О, боже. А мистер Кеслер? Он болен, боюсь. Наверное, я заставил ваших людей работать слишком усердно. Да нет, я уверена, что мы можем удовлетворить все ваши потребности, мистер Коби. Вы уже это сделали, мисс Бронхелл. И я счастлив сообщить вам. Хорошо она обработала ваши яйца. Она это умеет. Вы не пробовали связывать? Майкл. Сюзан очень изобретательна, да, Сюзан? Мистер Морган, возможно, вы пьяны? К сожалению. Опять-таки, вы, может быть, знаете такие игры, которых она не слышала. Майкл, убирайся отсюда немедленно, что бы вы ни делали, никогда. Не переставайте играть в ее игры, потому что если вы перестанете играть, тогда узнаете, что почувствуете на самом деле. Она вырвет вам сердце, правда, Сюзан? Майкл, ты уволен. Понятно. Вы не пьяны. Вы сумасшедший. Мои симпатии. Сумасшедший от любви. You forgot those. Забыла наручники.